Приветствую вас. Нет ничего плохого и страшного в том, что для вас семья – это самое главное. Это хорошо, если это ваша ценность. Вот. Но есть очень важный момент, а именно, чтобы вы не обесценивали себя. Чтобы вы не обесценивали сами себя в контексте семьи. То, что вы описываете, особенно в контексте вот, ваших отношений, вот, где вы говорите, что люди, ну, мужчины, в частности, вас не ценили, вот, что без одного вы не могли жить без другого, ну, другому было на вас плевать, но вы все равно хотели с ним быть. Вот это свидетельствует о том, что вы как бы себя обесценивать. И как бы мне кажется, что вот это ключевой момент в том, что то, что вы себя обесцениваете. Вот. Значит, ну как бы это очень важно, то, что вы себя обесцениваете. Ставить себя ниже, чем другой человек, мне кажется, не лучшее решение, мне кажется, не лучший вариант. Если вы себя обесцениваете, значит, кроме, собственно, семьи, да, то, что семья главное, это понятно, но важно, чтобы это было не единственным. То есть вот семья семьей, да, вот. Семья семьей, вот. Как бы важно, чтобы было что-то еще, помимо, вот, чтобы было что-то еще, чтобы вы могли себя оценить, вот. Но это очень важный момент, вот. И, как бы, в этом направлении вам имеет смысл поработать. И в этом направлении вам имеет смысл поисследовать. То есть одно дело, когда для вас главное просто семья, вот, а другое дело, когда вы нуждаетесь в семье, чтобы, ну как бы, чтобы что-то для себя получить. Вот. И в этом случае вы демонстрируете свою зависимость от человека. Вот. Поэтому такой момент. Я бы хотел развести эти два аспекта в вашем восприятии. Когда семья главная как ценность, но это полностью вас не определяет. Вот. Или когда семья это необходимость, как бы, нужда, да, вот. И, соответственно,
Соответственно, это очень важно. В первом случае, когда семья – это именно ценность, что человек к этому стремится, но этим не ограничивается, и это его не определяет, а наоборот обогащает. А во втором случае от этого зависит то, как человек себя воспринимает. Вот мне кажется, что то, о чем говорите вы, это как раз таки история про то, как вы себя воспринимаете, на мой взгляд, по крайней мере. Если вы уловили мою мысль, вот, то, соответственно, вы сможете разграничить два этих понятия. И увидеть, что стремление к семье, вот, связанное с тем, что вы достаточно, как мне кажется, зависим от окружающих, как мне кажется, неустойчивый в плане восприятия себя, вот, то есть, ну, вам сложно опираться на себя, вот. Тяжело достаточно опираться на себя, вот, и, соответственно, это очень важный момент, ну, как бы, здесь. Вот. Так что, если вы хотите эту ситуацию исправить, то нужно учиться немножечко жить для себя. Вот. Не в смысле того, чтобы забить, условно говоря, на ценность семьи, которая у вас есть, на это забивать не нужно. Ну вот. Именно расширять свой кругозор, расширять сферу своих интересов, вот, и, соответственно, расширяя это, вы сможете демонстрировать людям, мужчинам, в частности, свою ценность, свою независимость, что и будет обуславливать, как бы, равноправие в ваших отношениях. Вот. Пока что это получается так, что вы демонстрируете человеку, значит, то, что вы в нем нуждаетесь. Вот. И демонстрируется практически сразу, потому что, как мне кажется, семья для вас это, способ раствориться в, ну, человек. Вот. А стремление раствориться в человеке, оно, ну, как бы, никогда ни к чему хорошему не приводит. С той вот точки зрения, да, что, ну, в плане здоровизны отношений, если можно так выразиться. Вот. Поэтому, собственно, такая история у вас получается, что вы ведете себя так, что мужчина понимает, что вы только его, что вы полностью принадлежите ему, что никуда вы не денетесь, что кроме, ну, условно говоря, него у вас больше ничего нет, кроме там семьи, например, у вас, не знаю, больше ничего нет.
Вот, и, соответственно, это, конечно, очень сильно обесценивает вас. Вот. Ну и, повторюсь, есть ряд аспектов, да, которые, вот, условно говоря, не исключал, как бы, ну, не исключая важность семьи, да, не исключая важность семьи вашей. Могут помочь вам, ну, в какой-то степени, я верю, стать более самостоятельной, более ценной для мужчин. Потому что, ну, опять же, важный момент в том, как вы, или как, или может быть, имеет смысл, ну, может быть, имеет смысл спросить, чем вы обращаетесь с мужчинами, на основе чего вы устраиваете отношения, если вы видите в нем, в мужчине, я имею в виду, только мужа, то это далеко не лучший расклад, потому что муж — это лишь только одна роль человека. Но есть еще и множество других ролей. Вот. И получается, что вы довольно ограниченно воспринимаете себя как матка и как жену, например. И, возможно, вы довольно ограниченно воспринимаете и, собственно, человека, с которым вы находитесь в отношениях, например. Вот. Поэтому тут все это важно учитывать, если мы хотим, как бы, ну, если мы хотим вам помочь, если мы хотим разобраться в вашей ситуации. Вот. Вот такой ответ я могу вам дать. Дальше. Вот вы пишете, я завидую тем, кто в одном браке служит. Ну вот, смотрите. Важно вот, конечно, постараться определить ваши отношения к ну, условно говоря, к этой зависти, да? То есть, как бы, как вы относитесь к тому, что завидуете? Как вы воспринимаете то, что, ну, то, что завидуете? Потому что если вы воспринимаете, ну, как бы, свою зависть несколько вот негативно, да, то есть, ну, не знаю, как-то сюда, может быть, вините за то, что завидуете, например, вот, и так далее. Ну, пример, опять же, круг пример. Вот. То вы блокируете в себе потенциал к тому, что, чтобы, ну, как-то развиваться в этом. Вы блокируете в себе потенциал к тому, чтобы двигаться, да, чтобы двигаться в этом. Вот. Это то, что можно было бы вам сказать. Но зависть, в принципе, штука хорошая. В плане того, что позволяет увидеть то, что нужно вам, позволяет увидеть то, чего хочется вам. И, в этом направлении,
как бы двигаться. Вот, но если вы сами блокируете свои переживания в этом направлении, если вы сами как-то вот запрещаете себе, там, не знаю, действовать таким образом, да, то есть вот смотреть, что сейчас, собственно, вызывает вас зависть, да, вот, то это, конечно, очень-очень проблематично получается. Вот, давайте посмотрим. Значит, смотрите, ситуация какая. Значит, вы говорите, что я завидую тем, кто в браке всю жизнь. Вот. Что это значит? И что для вас это значит? Отдаете ли вы себе отчет в том, что человека вы по таким критериям воспринимаете как средство? Вот. Понимаете, да? Это очень важный момент, потому что если вы воспринимаете человека как средство, то вы не можете воспринять его, ну, условно говоря, целиком. Да, вы не видите его как бы, ну, целостным. Вот. И на мой взгляд, целостность восприятия человека — это на что вам нужно сейчас обратить, ну, внимание, да, то есть как я воспринимаю человека, условно говоря, как я к нему отношусь. Что, кто он для меня, что он для меня значит, например. Вот. Это очень важный момент. Ну, как мне, опять же, кажется, да, как мне это видится, к примеру, с точки зрения, условно говоря, моей позиции, которая мне есть. Вот. То есть вначале идет зависть с того, что вы не в браке всю жизнь, к примеру, ну вот вначале идет это. А потом идет уже то, что я хочу там с кем-то быть, к примеру. Ну, к примеру, опять же, да, это просто пример. И, конечно, становится зависимым здесь. Ну, потому что по-другому не получается. Вот. Таким образом-то. А, вот. Так что я думаю, примерно так можно вам ответить. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и с точки зрения того, как вы, ну, условно говоря, там, можете к себе относиться. Вот. Прошу правильно меня понять. Я ни в коем случае не имею в виду, что вам нужно отказываться от своей ценности семьи. Ни в коем случае не говорю такого. И не скажу никогда, наверное. А я лишь говорю о том, что вы, ну, на мой взгляд, да, слишком вот
в этом растворяетесь. Понимаете, как бы? То есть, есть, помимо этого есть еще что-то. Помимо этого, мне кажется, что помимо этого должно быть еще что-то. Вот, и мне кажется, что это одна из причин, по которым вы, как бы, ну, себя обесцениваете, то есть по которым у вас не складываются отношения с мужчиной, ведь, по сути, получается так, что вы, ну, ставите себя ниже мужчины. Вот, потому что он должен вам дать то, что, грубо говоря, самостоятельно вы получить, ну, не можете. Вот. Это очень, как мне кажется, грустно в плане того, что мне кажется, и я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что вы достойны большего, что вы достойны, ну, того, чтобы к вам относились подобающим образом. В смысле того, что к вам, ну, нужно относиться так, как вы заслуживаете этого. Вот. А вы себя обесцениваете. К сожалению. Вот, это очень грустно, это очень печально. Потому что, ну, мне кажется, что это можно исправить. Вот, я не говорю обязательно, что это будет прямо легко. Это было бы неправда, если бы я так сказал, но тем не менее нужно попробовать в этом направлении двигаться, если вы хотите, конечно же. Вот, как-то так. Дальше, вы говорите про то, что, может быть, не нужны эти мужчины, да, может быть, жить только для детей. Ну, можно, опять же. Но, понимаете, то, что внутри вас бурлит, как мне кажется, то, что внутри вас бурлит, оно не исчезнет, и оно не уйдет никуда, знаете, за штуку. Вот, поэтому вы, ну, будете игнорировать себя, если будете игнорировать свои желания, если, то, ну, получится так, что будете чувствовать неудовлетворенность, вот, и вряд ли будет вам от этого хорошо. Вот, наверное, так я мог бы ответить вам на вопрос, который вы задаете. Ну, вот сейчас, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта, который у меня есть, ну, с точки зрения моего подхода, в том числе, который я использую. Вот. На этом, наверное, все. Давайте пока закончим. Вот. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, вы для себя ну, сделать какие-то выводы,
И надеюсь, что вы дадите, ну, как бы, отклик на мой ответ. Буду благодарен вам за него, а это может послужить вам началом вашей работы над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация ваша, которую вы описываете, вот, я надеюсь, что она разрешится. Эта ситуация, вы сможете, ну, решить все свои проблемы. Вот. Удачи вам.